Я снова тут? Привет. Это снова я. Помни, ты должен довести свой народ до меня. Мы отомстим духу Яха. Он создал второй канал. Ты только посмотри, что он творит. А теперь иди к свету в море и продолжи свой путь. Ой, что с моими глазами? Так получше. Хотя можно было не выравнивать, я сейчас уберу все фрагменты. Изменю форму тела. И перекрашу. Я еще немного переделал тело. Добавлю рот, а дальше мне лень монтировать эволюцию, поэтому просто сделаю перемотку. Ну и все, всплываем. Чудесно. А вот и первый найденный фрагмент. Нам нужно идти на адаптацию. Поэтому я буду стараться дружиться с теми, с кем можно. Чудесно. С этими тоже подружусь. Прекрасно. Возьму кого-нибудь из них в стаю. Я подружился с еще одним видом. Ну и с этими подружусь. Ах, какой крупный скелетик. Еще с видом подружился. Я поем, надеюсь, вы не против. Пора рожать. Поменяю ротик. Два глаза лучше одного. Руки тоже важны. Лапки тоже следует поменять. Мы будем не только добрыми, но еще и злыми. И плевок. На здоровье нельзя экономить, поэтому я продал почку. В прошлом прохождении у нас не было крыльев, поэтому сейчас они будут. Готово. Я родился. Ой, это чудики от духа Яха. Будем драться. Чудесно. Моего друга убили. Я за него отомщу. Прекрасно. Тут еще кто-то меня ненавидит. Чудесно. Я пытался подружиться с одним видом, но они явно не хотят дружбы. Тогда поступим по-другому.
Прекрасно. Надо было дружиться со мной. Нет, братец помер. Жалко, как пазл. Тогда возьму другого братца. Ой, тут страусы и яхвы. Ай, как больно. Прекрасно. Этих тоже нужно добить. Чудесно. Что ж, страусы, я вернулся. Ой, что я видел? Ну как тебе? Чудесно. Прекрасно. Надо покончить со страусами и яховыми. Чудесно. Прекрасно. Ну и с остальными. Восхитительно. Пора эволюционировать. Улучшим стопы. Поменяю шип на что-нибудь другое. Поменяю рот. Укус поважнее. Улучшу лапки, вот барсик рыжий. Готово. Пора переселяться. Я тут мимо пролетал и вид еще один решил уничтожить. Ой, это же странный чудик, созданный одним из помощников Яховых. Ой, на нас напали. 1 234 567 890. Вроде я убежал, а мой друг нет. Он умер. Да ладно! Я бы не хотел к нему присоединяться. Вроде я жив. Ой, тут драка. Надо вмешаться. Я возьму на себя самого сильного. Думаю, можно приблизиться. Я помог этим существам. Я этого добью. Ну и избавлюсь от него. Чудесно. Я переселился. Прекрасно. Ой, метеорит падает. Вот он. Ну и пусть падает. На минутку мне показалось, что это отшельник, но это не так. Пора эволюционировать. Почему бы в этот раз не сделать это в перемотке?
ну и перекрашу его как моего котика. Готово. Ой, это же отшельник. Нужно с ним подружиться. Он кокетливый. Помощь мне не помешает. Попробуем еще раз. Он почти мой союзник. Чудесно. Возьму его к себе в стаю. И с этими подружусь. Ой, и как это называется? Ну ладно. Я тут очередную пьяную драку устроил. Тут еще кто-то влез в драку. А тем временем мы убили неприятелей. И его тоже. Пора эволюционировать. С Новым годом. Ой, то есть снова перемотка. Как то так? Снова переселение. Я встретил еще одного отшельника. Теперь он наш союзник. Возьму его в стаю. Ой, кто-то прилетел. Это опять Гроксы. Я уйду подальше от отшельника, чтобы его не забрали Гроксы, но не буду терять его из вида, иначе он может убежать, и я его не найду. Вы это видели? Я коснулся корабля Гроксов. Хочу повторить. Получилось. Ну вот, он улетел. Ладно, зато теперь я могу взять отшельника в стаю. Это надо отпраздновать очередной дракой. Восхитительно. А с этим я решил подружиться. А вот таких негодяев я не люблю. Чудесно. Ура! Прекрасно. Я решил добить этот вид, нехорошо дело незаконченным оставлять. Барсик рыжий. Восхитительно. Я снова переселился. Чудесно. На этом все. Спасибо за просмотр.